В Ульяновске проходят тренировочные сборы национальной сборной по пара-тхэквондо. В них участвует 25 спортсменов. Среди них есть тхэквондисты, которые отобрались на Паралимпийские игры 2020 в Токио. Они занимаются по утвержденному плану. Его разработал тренерский штаб. Сборники работают пока по щадящему режиму. Участника тактически был. Сейчас у нас чемпионат России прошел. Чуть-чуть ребята более-менее не в том состоянии. Буквально он прошел 2 недели там назад чемпионат страны. И за это сейчас и восстановление, и больше технико-тактический блок. Потому что сейчас в полном объеме после чемпионата страны нету смысла работать. У этих сборов не только спортивный уклон. Месяц назад Ульяновская федерация тхэквондо выиграла президентский грант. Деньги пойдут на составление методического пособия по пара-тхэквондо. Его выпустят на русском и английском языках. Пищу для научного материала даст обследование сборников. Специалисты УЛГУ оценят функциональное состояние нервно-мышечных структур. Это будет большой труд. Как я уже говорила, будет выпущено 1500 экземпляров. Это будет учебник на 500 страницах. Будет также проводиться второе тренировочное мероприятие. Но оно будет проходить на базе Московской области в Парамоново. И спортсмены также будут проходить обследование. На сборах проведут профессиональную видео и фотосъемку тренировочного процесса. Эти материалы также лягут в основу учебного пособия. Его презентацию проведут в следующем году, в мае, на площадке Паралимпийского комитета в Москве.